человек. Внешне это одна целостная форма. Но чтобы описать все процессы, которые в нем происходят, а также в которых он участвует на Земле, потребуется написать многотомный труд. Человек привык очень поверхностно относиться к тому, что его окружает. Он видит явление, но не понимает его. Так и солнце для него – это всего лишь светило, дающее только свет и тепло. Но без него на Земле сразу исчезнет жизнь. Все живое прекратит свое существование, а с точки зрения космогонии солнце – еще и центр физической Солнечной системы. Оно – ее ядро, а без ядра невозможно существование планет, вращающихся вокруг своего центра притяжения. По аналогии, хотя и не прямой, а косвенной, так как слишком разнятся масштабы Солнца и духа стихия, Нептун является центром стихии Мирового океана. Вся деятельность океана связана с тем, что этот великий и могучий дух воды одним своим присутствием в водах Мирового океана заставляет его пульсировать, жить, поддерживает течение и поддерживает связь с воздушными духами, повелителями воздуха, такими же великими и свободными, как и он сам. Взаимодействие этих двух стихий порождает, как устойчивые круглогодичные циклы, постоянные ветры, течения, строго стабильные в одном и том же направлении, так и нестабильные явления, а именно тайфуны, смерчи, ураганы, цунами и прочие явления природы, возникающие тогда, когда нужно резко перебросить какой-то вид энергии из одного района Земли в другой для выравнивания энергетического баланса. В тех или иных глобальных природных процессах, происходящих на суше и в Мировом океане. Все живое и неживое в океане подчиняется Нептуну, и нет явлений, больших и малых, которые происходили бы без его участия или хотя бы без внимания.